Мы сегодня приехали к горе Сьерра-Лада в Альбире, чтобы подняться на маяк. Вот здесь очень красивая панорама на Альбир, на Алтею. А вот тоже тут всякие дома хай-теки уже настроили, очень много, причем целая урбанизация. И это местечко находится в окружении гор. Сейчас мы будем подниматься на маяк. Поэтому подошли ко входу в заповедник Сьерра-Лада. Вход бесплатный. Здесь около входа в заповедник очень красивый вид тоже открывается. Вот вдалеке, впереди это Ифач, гора. Это опять-таки вид на Альбир и Алтею. Вот, мы сейчас уже в заповеднике находимся. Вот здесь такая дорожка асфальтированная, и она ведет на самый верх. 2 километра составляет расстояние до маяка. И можно, то есть, спокойно идти с коляской. Тут очень много сейчас мам с детками нас обогнали. Море сегодня спокойно, спокойно, ни одной волны. А вот это вот такие островочки впереди, там выращивают мидии и всякие морепродукты. Маму уже потеряли. Вот, сейчас я покажу. Вот вдалеке маяк. И сюда мы идем. Нравится, да, девочка? Да, малыш. Привет, мы в Альбире. Ой, аккуратненько. Не бойся, доча. Вот, да, здесь правда высоко. Мы в Альбире на маяке.